субботу на Комсомольской площади живущие весело от сессии до сессии отметили День российского студенчества. Несмотря на то, что погода в этот день студентов не баловала, централизованно провести свой профессиональный праздник собралось несколько десятков молодых людей и девушек. В самом молодом городе области больше 10 тысяч студентов, поэтому уже давно стало доброй традицией отмечать этот праздник не только в стенах вузов. В нашей стране сейчас идут большими темпами различные инновационные процессы, идет модернизация разных сфер. И, конечно, ваш оптимизм, ваша мобильность, ваши знания, они очень-очень нужны. Для мучеников науки отдел по молодежной политике подготовил программу. Конкурсы, песни, шутки сменяли друг друга. А мороз, который в этот день царил в городе, только прибавил динамики празднику.